Всем привет, меня зовут Scratch, и мы продолжаем играть в Майнкрафт, и это новый крутой выпуск на канале. Погнали! В общем-то, ребят, я знаю, как сильно вы обожаете Бен 10, именно поэтому я решил выпустить этот ролик. И да, давайте с вами договоримся, вы ставите лайк и пишите комментарий. И первый час я буду лайкать абсолютно все комментарии, которые вы напишете. Ну, если они, конечно, не будут плохими. Так, ладненько, давайте облутаем с вами старт, вы сундучок, добудем сундук, добудем факела и погнали в деревушку. Здесь рядышком есть деревня. Совпадение? Не думаю. Так, деревни я люблю, потому что здесь очень много морковок, есть кузнец. Ну и, конечно, разные ребятки раздают разные квесты, после выполнения которых мы с вами становимся сильнее. И, по-моему, это безумно круто. Так, давайте сразу в кузнице в этой своруем печечки, потому что почему бы и нет. Ну и, конечно же, облутаем сундучок. Так, здесь у нас сидит какой-то барыга. Ну, давайте сначала посмотрим, что у нас тут есть, а потом пойдем к нему. Так, здесь я вижу кучу еды, золотые слиточки, саженец бузины. Ух ты, ё-моё. Опал и немножечко железа. У нас целых 3 железных слитка. Неплохо. Господи, сколько достижений. Так, ну привет, барыга. Пс, парень, стой, стой, не уходи. Я расскажу тебе очень интересную историю. Недавно я прогуливался в горах, и тут с неба упали часы, представляешь? Что за бред ты несешь? Да. Да это не бред, серьезно, так было. Я тебе готов отдать эти часы почти даром. Они очень крутые, выглядят прям как часы из будущего. Так, ну давайте узнаем, за какую цену он их отдает. Моя цена лучшая на рынке, так что ты будешь брать? Немножечко такое, знаете, подозрительное предложение. Но почему бы и нет? Нажимаем «Да». Вот моя цена. Передает бумажку. У тебя есть время до ночи, пока я их не продал кому-то другому. Поторопись. Окей, скоро буду. Так, новое задание. Покупка часов. Интересненько, интересненько. Господи, откуда вы тут модные такие беретесь? Че модный такой? Где глаз потерял? Ладно. Так, окей, давайте посмотрим. Здесь у нас есть также лаборатория Человек-паука. Но сегодня мы немножечко в другую степь с вами зашли. И давайте посмотрим, что за квест дал нам этот барыга. Ой, сова? Это совы? Ё-моё, откуда здесь совы взялись? Привет, братишки, ладно. Заходим в задание барыга, покупка часов. Ведро лавы, 2 алмаза и, точнее, 3 алмаза и кусочек золота. Целых 18 штук. Так, ребят, сразу скажу, у нас есть 9 кусочков золота. А почему у нас алмазы засчитались? Видимо, опал, вот этот вот, можно принимать за алмаз. А давайте проверим. Вот я выкинул, и да, алмазов у меня 0 из 3, то есть опал это по факту алмаз. Неплохо, неплохо, ребят. Ну, в принципе, нам вообще нифига, по сути, не нужно делать. Добыть один алмазик, сделать ведрышко лавы и добыть еще один кусочек золота. Ведрышко лавы, в принципе, мы можем сделать даже прямо сейчас, потому что у нас как бы есть 3 железных слитка. Это безумно круто. Делаем ведрышко лавы, ё-моё. Точнее, пока что обычное ведрышко. И погнали с вами найдем лаву. Господи, ребята, я думаю, вы понимаете, что тут происходит. Я уже на самом деле понял. И я бы на самом деле валил бы побыстрее из этого места. Потому что мало ли что тут может произойти в 3 часа ночи. Так, надеюсь, где-нибудь поблизости здесь у нас будет озеро лавы, потому что я хочу получить вот эти вот часы, наконец-то. И да, ребят, после того, как я получу часы, мне нужно будет найти одного человечка. Ну, точнее, получеловечка, можно даже сказать, пришельца, с которым я должен кое-что обсудить. Так, ладно, погнали за лавой. Так, ребят, а вот у нас лава, давайте наберем ее ведрышко, готово. Теперь погнали в шахту. Ё-моё, нам даже шахту искать не надо, у нас здесь как бы каньон, и водичку я там вижу, так что это безумно круто. Так, у нас даже печки есть, ребята, нам даже камень не придется добывать. Ой, сегодня лафа у нас. Так, не понял. Здесь уже что-то какие-то эти мистические вещи происходят. Мне это непонятно. Ладно, давайте прыгаем в водичку и погнали с вами добудем все, что нам нужно. А именно, один кусочек золота. Точнее, один золотой слиток для того, чтобы переделать его в кусочки золота. Ну и один алмазик и все. Так, здравствуйте, господи, что тут у вас за вещи странные происходят? Ребят, вот это вот какая-то очень странная штука. Это вроде как блок, но если я в него наступлю, эта штука становится водой или что это? Так, а вот у нас и золото, давайте добудем. Ну, нам понадобится один кусочек, добудем 2, почему бы и нет. И теперь нашей главной целью является найти один алмазик, так что погнали искать. Так, ребят, ну что ж, хорошие новости, я нашел алмазики. У меня есть булыжник для того, чтобы к нему простроиться. Так, надеюсь, мне интересно, а сколько там будет штучек? Вообще, на самом деле, в идеале лучше добыть 3, потому что вдруг этот опас в итоге и не подойдет. Фух, я думал, алмаз сгорел, ё-моё. Ну что, ребят, теперь ставим печки, кидаем туда золотую руду, сюда и сюда. Ну
и нужно теперь уголь добыть, ё-моё. Хотя ладно, давайте на ведре лавы поплавим одну штучку. В принципе, вторая нам не понадобится. А лаву соберем вот здесь. Так, ну что ж, золото переплавилось, переделываем его в золотые кусочки и все. По логике мы абсолютно все добыли. И да, ребята, прямо сейчас вылезло достижение. Задание завершено. А это значит, что погнали в деревню. Так, ребят, на самом деле уже потемнело, и я надеюсь, этот барыга никому еще часы не продал. Да кто? Ой-ой-ой-ой. Потому что если он продал их, будет немножечко обидно. Так, ладненько, он, по-моему, где-то в кузнице сидел, так что погнали к нему. Где кузница? А вот она, кузница. Вот барыга еще сидит, значит, не продал. Ну, привет, бро. Ну, конечно, это немного не часы, но мы не обсуждали всех мелочей сделки. Безумный чувак из этой деревни модернизировал их? Я думаю, ты заценишь. Окей, нажимаем готово, и мы получаем инъекцию, прототип Омнитрикса. Ё-моё! Так, на самом деле, немножечко стрёмно даже... Господи, извините, жители. На самом деле, даже стрёмно немножко вкалывать, и перед тем, как вкалывать, я хочу найти одного чувачка, который поможет мне с этим. Тот самый чувак, который нам нужен, должен находиться где-то в этой деревне, но, к сожалению, его имя засекречено. Блин, тут немножечко, кстати, посветлело. И как раз таки он и будет давать нам различные задания для того, чтобы мы смогли правильно использовать Омнитрикс. Так, ребят, да, давайте попробуем его найти, позаглядываем в разные домики, возможно, где-то здесь он и будет находиться. Так, зомби, а ну-ка пошел отсюда. Убили зомби, и давайте посмотрим, может он будет где-то здесь. Да, ребята, вот он. Как раз таки это тот самый чувак, который нам и нужен. Ну что, давайте с ним поговорим. Так, а ты не против, что мы тут рядом с жителем как бы? А можете, пожалуйста, покинуть этот дом? А ну иди, я сказал. Ладно, давай я у тебя что-нибудь куплю, и ты... А, у меня денег нет. Все, иди. Так, ладно, давайте с ним поговорим. Привет, слышал, у тебя появились часы. Но чтобы ты знал, это смертельное оружие. На некоторых планетах нашей галактики происходила война за эти часы, так как они обладают огромной силой. Ого, и что мне делать? Если ты будешь использовать их неправильно, они могут тебя погубить. У тебя есть некоторое время, чтобы научиться ими пользоваться. Потому что потом тебя будут ждать сложные задания. Офигеть, я научусь. Вот список, с кем ты должен сразиться для обучения. И да, используй разных пришельцев, а не одного. Удачи. Спасибо, спасибо, братишка. Давайте вколем все наконец-то эту инъекцию. И офигеть, ребята. Прямо сейчас слева у меня появилось дофигища пришельцев. Так, ну чё, давайте посмотрим, кого мне там надо убить. Обучение, корова, скелет, зомби. Ну, в принципе, такой, знаете, лайтовый набор, но как раз-таки для того, чтобы обучиться сражению. Так, давайте станем первым пришельцем, и это у нас силач. Как вы можете заметить, у нас... ой, извините, у нас как бы ХП выросли. И мы стали довольно-таки сильными, потому что этих братишек я убиваю уже с одного удара. Господи, как их здесь много. Так, ребят, вы извините, конечно. Извините, можно, пожалуйста, не надо меня тут убивать? Я, пожалуй, пойду пройдусь, коровок поищу. И также на кнопочку X у меня появилась какая-то способность. Так, я убиваю с одного удара всех. И это довольно-таки круто. Единороги. Ребят, кстати, если вы хотите ролик про единорогов, можете прямо сейчас написать в комментариях «Единорожка». И я буду знать, что вы этого хотите. Так, вот у нас корова. Давайте ее попробуем ударить супер кулаком. Я сейчас ударил не мышкой, а на кнопочку X. Вот такой вот штукой. И я убил эту корову с одного удара. Окей, мы посмотрели с вами первого пришельца. Следующего я хочу посмотреть. Алмазголового. Ё-моё! Красавец-то какой! Но, к сожалению, у него нет никаких способностей. Но, как я понимаю, он тоже очень сильный, во-первых. А во-вторых, у нас по факту броня. То есть мы сами состоим из алмазов. И это на самом деле безумно круто. Но скоро, ребята, мы посмотрим таких пришельцев. Мы даже, возможно, станем такими пришельцами, которыми стать практически нереально. По типу Герой X и так далее. Урон от падения получаю, к сожалению. Так, ну что ж, ребят, я дождался ночи для того, чтобы сразиться как раз-таки с зомби и со скелетами. В принципе, это не проблема. Давайте посмотрим. Пауки мне сносят вообще нифига, можно сказать. Каждый второй удар сносит мне полсердечка, а я пауков убиваю с одного удара. Зомбаков, кстати, тоже. Я безумно сильный. Ладно, давайте посмотрим с вами следующего пришельца и посмотрите, как четко Омнитрикс выглядит на моей руке. Следующий пришелец, как я понял, это человек-огонь. Во-первых, я могу делать вот такую вот лазерную руку, так сказать, офигеть, которая, кстати, довольно-таки сильная. Во-вторых, я тоже сильный. То есть я также могу бить обычной рукой и убивать по факту зомби с двух ударов. Так, скелетик, извините, ё-моё. Ладно, давайте немножечко пролетимся. Офигеть, я стильно выгляжу, кстати, мне это нравится. И мы можем вот таким вот образом летать и убивать всех. Так, давайте перекусим хлебушка, потому что этот скелет убьет меня так быстро. Так, ладно, за каждого пришельца будем убивать, в принципе, по одного, по одному-два моба. Ой-ой-ой, а как меня подожгли, не понял, я же этот, огонь. Господи, криперы взрываются. Я не понял, сейчас меня взрывают.
взрыв крипера отхилил, что ли? Так, ну слушайте, это довольно-таки мощное оружие. И я, кажется, понял, о чем говорил тот чувак, потому что если я буду пользоваться этим всем неправильно, я смогу себя погубить. И не только себя, я смогу сжечь весь мир. Да, скелет? Да, пошел отсюда. Так, ладненько, давайте посмотрим кого-нибудь еще. Допустим, это у нас призрак. Ё-моё, вот это офигеть. Во-первых, ребят, какие у меня есть способности? Ну, логично, что призраки умеют летать. И вот этот вот фиолетовый глаз, господи, он выглядит так крипово, но так круто одновременно. Во-вторых, я могу становиться полностью невидимым. Только тень под ногами будет меня палить, но если я буду летать, этого тоже будет незаметно. Так, ладно, погнали найдем кого-нибудь из мобов. Допустим, зомби. Кстати, что у нас там по выполнению? Зомби 7, скелет 1, корова 1. Видимо, засчитываются только удары рукой. Ладно, будем знать. И я могу проходить сквозь стену. То есть я сейчас невидимый и прохожу сквозь эту стену. Офигеть. Так, ну окей, а насколько я сильный? Я вышел из невидимости, давайте проверим на вот этом вот скелете. Я его убиваю с двух ударов, что довольно-таки неплохо. Так, ладно, давайте отлетим куда-нибудь от этого места. Допустим, на вот эту вот гору и станем следующим пришельцем. Но перед этим убьем вот этого вот братишку. Так, делаем бабац и все. Далее мы можем выбирать нового пришельца, и это XLR8. Ну и что логично, мы можем очень быстро бегать. И за нами вот такие вот эффектики красивые появляются, господи. Это выглядит на самом деле очень круто. Ну и также мы можем, в принципе, ускориться до 3 уровня. И мы будем бегать с вот такой вот скоростью. И вот этот вот скелет даже не понял, что произошло, потому что мы с вами слишком быстрые. Зомби, здравствуйте. Также убиваем его. Чё так много ударов я уже сделал? Так, видимо, XLR8 очень слабенький в этом плане, потому что я нормально не могу убить этого зомбака. Ладно, давайте попробуем топором. Так-то лучше. Кстати, что у нас тут? 10 скелетов, 8 зомби. Мы практически полностью выполнили это задание. И на самом деле это безумно круто. Так, что у нас? Кто там дальше у нас? Бабац! Ё-моё! Ай-яй-яй-яй! Это же у нас дикий пес, при помощи которого я могу смотреть как бы на всех через стены. На самом деле это немножечко неудобно. Хотя я могу видеть абсолютно все шаги. Могу слышать всех и очень высоко прыгать. И я довольно-таки сильный. Так, я надеюсь, это зомби. Зомби стонет. Получен опыт. А ну, крипер. Крипер шипит. Ё-моё, крипер погибает. Но на это немножечко больно смотреть, поэтому можно мне, пожалуйста, отключить эту штуку? Спасибо. Так, ладно, кто там у нас дальше? Бабац! Ё-моё! Здорово, блин! Здорово! Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, как зовут этого пришельца. Ну, господи, все дергается. Я не буду за него играть. Так, ребят, следующий пришелец это у нас Бен Волк. Да, ребята, тот самый Бен Волк, который умеет кричать ультразвуком. Только, а как кричать? Непонятно, непонятно. Но слушайте, он довольно-таки быстрый, во-первых. Во-вторых, он очень высоко прыгает. И в-третьих, он безумно силен. Так, господи, у меня этих луков уже капец как много. Но на самом деле, ребят, мне безумно нравится быть Бентеном. Это прям вообще круто. Если вам тоже, то обязательно влепите лайк. И на самом деле, ребят, нам осталось совсем чуть-чуть зомби убить и совсем чуть-чуть скелетов. И мы выполним, наконец-то, это задание. Ну и давайте будем вот так вот менять иногда этих пришельцев. Почему бы и нет? Ё-моё! Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто это такой. Мне будет очень интересно почитать. Прям напишите тайм-код, то есть время, где я спрашиваю этот момент, и напишите в комментариях. Так, у меня есть вот такой вот лазер, который фигачит зомби, и также такая штука, как у пламенного чувака. Так, ну ладно, но все равно добивать всех рукой-то надо, для того, чтобы мы засчитывали себе убийство. Окей, довольно-таки круто. Так, а вот этот пришелец, кстати, похож на ядро, и, возможно, кстати, это как раз-таки он и есть. Да, господи, меня вот эти вот мумии бесят, которые здесь ходят. А ну, пошел отсюда, ё-моё. И вот еще одна. Это куриноголовые эти, капец. Развелось, ребята, да. Ну, а следующий пришелец выглядит вот таким вот образом. И на самом деле довольно-таки крипово. Господи, его трясет всего, ё-моё. Ну, как я понял, ой, я случайно стал пламенем. Господи, чуть не поджег тут все. Так, и он довольно-таки слабенький. Ребят, кстати, тоже можете написать в комментариях, как зовут этого пришельца. Дерганый пипец. И на самом деле, ребята, этих пришельцев реально дофига. О, кстати, а вот этот какой-то прям реально жесткий. Так, ладно, давайте добьем. Сколько там нам осталось? 7 скелетов, 12 зомби. Раз, два, три. Ё-моё, ребята, вот это я модный. Капец. И, кстати, хорошие новости. Остался всего один скелет. Во-первых, я могу пускать молнии и вот такой вот электрический разряд делать. Можете тоже написать, как зовут этого чувака в комментариях. И добиваем последнего скелета. Вроде как я всех убил. А где мой инвентарь? А, вот, все нормально. Так, скелет, зомби. А, еще 10 коров. Ладно, раз, два, три. Так, ну что ж, ребят, осталась всего одна корова. Так, а ну пошел отсюда. И корову добиваем супер рукой. И задание завершено. Обучение.
сообщение. Так, все, погнали быстрее к нашему чувачку для того, чтобы доложить ему об этом. Интересно, что он мне на это скажет? Так, нажимаем. Ой-ой-ой-ой-ой, какой у меня большой уровень стал. И он мне дал стак золотых яблок. Спасибо, бро. Ну а следующее задание, ребят, будет, если вы под этим роликом соберете 7000 лайков. Я знаю, вы на это способны. Ну а я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. Ну а если он вам понравился, то обязательно влепите лайк и подпишитесь на мой канал. Ну а с вами был Scratch. Всем удачи, всем пока!